день. Здравствуйте, парни. Мы знаем, что вы работаете все на износ, проводите большое количество времени на работе. И, конечно, это время, даже в тех обстоятельствах, в которых вы находитесь, и мы с вами находимся в них, чтобы было это все комфортно и удобно для вас. Здесь, насколько я знаю, 180 пар обуви, мы знаем все размеры. В Оренбурге были произведены пледы и платки, которые к нам прилетели буквально накануне. Был размещен заказ, и пусть они дарят вам теплую уют. Для вас, я надеюсь, что они вам понравятся. Два дня назад у нас состоялся рабочий визит губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева, на котором Андрей Юрьевич посетил недавно введенный в эксплуатацию переоборудованный корпус для лечения ковидных пациентов. Корпус переоборудовали из физкультурно-оздоровительного комплекса. В кратчайшие сроки снабдили кислородом. Прозвучало, что необходима медицинская обувь, вот, которой у нас единообразной нет. И вот сегодня, спустя буквально два дня, нам вручают... Развернув эти койки дополнительно, у нас есть возможность обеспечить большее количество людей медицинской помощью. Поэтому наши коллеги, конечно, очень рады. Удобная обувь позволит работать нам, не уставая ногам, насколько это возможно, потому что работать очень много. Нам было очень приятно, потому что мы понимаем, что о нас помнят, думают, помогают нам, потому что на самом деле... Работать достаточно тяжело. Большое количество пациентов и сотрудники Химкинской городской больницы работают не на 100%, а на все 150%.